Здравствуйте! Сегодня рассмотрим тему, куда девается свободное место на системном диске С и как увеличить свободное место на этом системном диске. Сперва мы проверим, сколько занимает нас пространство системный диск. Видим, 106 гигабайт у нас свободного из 167. Закрываем. Теперь правой клавишей мыши нажимаем на значок «Компьютер», «Свойства», «Защита системы», «Восстановление», «Далее». Вот видим, сколько точек здесь восстановления. Теперь необходимо их все удалить. Закрываем пока эту страницу. Переходим на первоначальную вкладку «Системный диск». Выделяем его. «Настроить». «Удалить». Удаляем все точки восстановления. «Удалить». «Продолжить». Все. Теперь можно проверить, эти точки восстановления удалены или нет. Окей. Проверяем. «Восстановление». Нет точек восстановления. Отмена. Теперь необходимо создать эту точку восстановления. Создаю. Создать. И называем эту точку восстановления по-своему. Я оставлю эту дату сегодняшним числом. 22. Создать. Идет создание точки восстановления. Точка восстановления создана успешно. Закрываем. Окей. Давайте проверим, действительно ли точка восстановления была создана. Опять восстановление. Далее, как видим, точка восстановления есть создана, которую мы сами создали. Отмена. Все, закрываем это все. Теперь открываем мой компьютер и смотрим. 116 гигабайт. На этом системном диске было добавлено 10 гигабайт свободного места. До свидания.